Это те, что пообещал городу угольщиков губернатор. Как власти Черногорска смогли забрать их из бюджета в обход Верховного Совета, непонятно. Но факт остается фактом. Деньги, которых в апреле еще не было и в помине, теперь появились. Сейчас черногорские власти готовятся к торгам. Нужно определить подрядчика, который займется большим ремонтом улиц. На следующей неделе техническое задание появится на сайте закупок, и мы сможем увидеть весь объем работ. А он, по словам чиновников, не маленький. Новый асфальт должен появиться на главных дорожных артериях, улицах Мира, Энергетиков, Линейной и Тихонова. Появятся и новые тротуары, но по условиям деньги дорожники смогут получить только после полного выполнения всех работ. Возможно, что даже в этом году.